Когалыме прошел чемпионат школьной баскетбольной лиги среди юношей КС «Баскет». Такой формат соревнований западносибирские спортсмены переняли у своих сверстников из Перми. На участие заявились 7 команд. Потому к организации игр подошли по-взрослому. Команды разделили на 2 группы. Стыковые игры проходили по круговой системе, а уже потом победители группового отбора встретились в полуфинале. По словам участников, подобные турниры – отличный способ повысить уровень своей игры. Ну и, конечно, пообщаться с такими же спортсменами из других школ. Вот я как баскетболист, мне, конечно, не хватает баскетбольных площадок даже у себя во дворе. С хорошим паркетом, конечно же. Но чтобы проводить время после школы. Я в 6 лет увидел по телевизору матч, ну, баскетбол играл, НБА. Там я увидел, как играет Леброн, и почему-то записался в школу на баскетбол.